First of all, US president goes to Belgium. Хочу отметить, что президент США Байден в Бельгии в рамках внеочередного саммита Альянса встретится не только с лидерами НАТО, но и с лидерами Евросоюза. Я надеюсь, что по итогам этих встреч мы увидим две вещи. Во-первых, НАТО должно решить, как укреплять свой восточный фланг. Мы считаем, что настало время, когда НАТО должно четко заявить, что его присутствие в странах Балтии, Польши и Румынии, то, что мы называем восточным флангом, является постоянным. Во-вторых, я считаю, что и НАТО, и США, и Европейский Союз должны искать путь оказания большей помощи Украине. Речь идет о большей военной помощи в первую очередь. Но мы также должны обсудить то, как мы можем помочь Украине не только в вопросах беженцев, а это крайне важная тема, но и в сфере экономики.